Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас с вами на обзоре белый десерт под названием чернянка. Этот сорт я получила бонусом от Натали, когда делала заказ. Паста у нас из сорта Океан. Я вам обещала пасту сделать из нее. Вот паста из Океана у нас. Давайте приступим. Значит, цветом она белоснежная, шершавая. Давно я песочка не грызла, как говорится. По структуре очень похожа на акбулак. Очень. И на белый соленый, по-моему. Она шершавенькая такая, сразу чувствуется, что сорт песочный. Ну что, давайте погрызем. Итак, сорт, как я говорила, сухой и песочный, но этот сорт приятный в том плане, что кто пробовал летний, дачный, акбулак, там крупинка жесткая, там, то есть крупинка до конца, и она жесткая, она ощутимая, она царапучая. У этого сорта, во-первых, он и откусывается мягче, чем те сорта. И крупинка у него мягкая. Самое главное для меня, он не скрипит. Чистый сорт, крупиночка мягкая, вкус я даже сказала бы не меловой, а вот моновкус сухой извести. Вот больше никаких я не чувствую ноток в нем. Чисто сухая известь. Так как я не взяла тарелочку, я его так намочила. Сейчас мы его попробуем в таком виде, влажно, а затем с пастой. Интересненько. Во влажном виде, я почему удивилась, когда откусила, вкус такой уже влажной побелочки, слегка сырости и вкус мокрого песка. Вот. Ну что, давайте пробовать с пастой. Пасту первый раз пробую из Океана. Первый раз делаю. Растворяется, кстати, он очень хорошо, очень быстро. Вот такая вот пироженка у нас. А вот в чем плюс этих таких сухих сортов, они с пастой обалденные просто. Сколько на себя набрал.
Кстати, у океана очень интересный вкус в пасте. Мне отдает морем. Кто был на море, вот когда волны поднимаются, запах такой стоит. Не тины, такой приятный. Сырость, подвальчик. И вот мне почему-то отдает он запахом моря. Не зря, наверное, его океаном и назвали. Плюс этих сортов они не дают сильно залипнуть пасте. Итак, для любителей сухих сортов акбулака, дачного, летнего, белого, соленого, да, вам понравится. Я не любитель таких сортов. Мне сухие сорта настолько, даже не сухие, а песочные. Это не сухой, ну как бы сухой, но это песочный сорт. Вот такие песочные сорта я не люблю. Как бы можно иногда, но не мой вариант. Я лучше Белую гору погрызу или Севрюкова. Вот так. Всем огромное спасибо за внимание. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем пока-пока.